Астрологи утверждают, что влияние полнолуния особенно эмоциональные люди начинают чувствовать заблаговременно и еще какое-то время после. Менее эмоциональные люди, если не следят за положением Луны, довольно часто недоумевают, откуда вокруг столько агрессии и почему все раздражает. Сейчас атмосферу нагнетает и расположение других небесных светил. Венера у нас ингрессировала в знак Весов. Вот. И на ближайшее там некоторое время у нас основной вопрос. Почему он мне это сказал? Что он здесь имел в виду? Почему мы поругались? И что вообще они все от меня хотят? В целом, влияние полнолуния астрологи объясняют тем, что энергии высвобождается так много, что не каждый человек способен с ней справиться, в результате чего он направляется в неправильное русло, откуда и возникают конфликты, агрессия и повышенная нервозность и тревожность. Не стоит приниматься в это время за выяснение отношений, если они у вас хромают. Оно имеет отношение к нашей собственной самореализованности, развитию нашей индивидуальности, к нашим каким-то творческим там планам, свершениям, к тому, как мы можем заявить о себе. И вот как раз вот на фоне вот этой самой Венеры, которая у нас вот перешла в Весы, вот это полнолуние как раз заявляет о том, что, как это Тютчев говорил, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Не рекомендуется в этот период перегружать свой организм физическими нагрузками. Несмотря на то, что вы будете чувствовать себя полными сил и энергии, вполне возможно, что сможете переоценить реальные силы вашего организма.